Всем привет, с вами канал Тхагер Наутплей. И мы продолжаем играть 7 Day to Die. Продолжаем переживать эту ночь, блядь. Не хватало там еще пчела к нам летит. Твою же мать. Вон, видите, вон она, тварь летает. Вот ее нам не хватало. О, он походу улетает. Блять, нахер я здесь ночью вообще что делаю? Надо было мне валить. Так, ё нахуй. Так. Как-то мне надо здесь ступеньки сделать, что ли? А фиг идет, мне больше всего делать нечего. Главное, чтобы здесь на меня ничего не обрушилось. Оба. Дерево пошло. Так, не, я так не смогу залезть. Конечно, жалко архитектуру бой. Порчу, блядь. Ахуй дел. Блядь, а это высокая хрень. Да, блядь, залезай. Чё это за фигня такая? Чё это за конструкция такая? Блядь, ну здесь нихера нету. Печалька. Вроде здание большое, думаю, вот дофига всего будет, а нихера ничего нету, блядь. Облом. Так, ладно, и чё мне делать это? Тут камень нахер. Да, патроны кончатся. Надо перезарядить. Блять, еще дождь идет. Так, вот там еще банк надо будет от соседней. Но там точно ничего нет, может там что-нибудь спрятано. Может как-нибудь можно будет туда попасть. Сейчас попробуем. Как-нибудь залезть. А, чтобы эта хрень на меня ничего не обрушилась. Да. Ну, вот так мы вмейка лезем, лезем. Может, что и получится нам залезть сюда. Глянуть, что же там все-таки такое интересное. Может, что-то есть там. Ну, просто интересно, да? Ну, там может быть, блядь.
Оп-оп-оп. Блять, 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 блять. Блять, я чуть не сдох. Я уже думал, сейчас сдохну. А вообще почему-то все развалилось, блядь. Ой, бля. Не, мы уже туда никак не попадем. А, нахер на нем, сейчас уже скоро утро. Блять, медведь же там ночью ходит, какого хера ему там надо. Еще главное его зомбаки, никто не трогает, сейчас около моего мопеда падла. Хули тебе надо около моего мопеда? Так, ладно. Осталось. О, там еще огненный, да, он лазит. Да. Там еще. Так, нам надо как-то аккуратненько, аккуратненько спуститься. Он ни хера не бегает ночью, как эти. Угорелые, блядь. С крыши на крышу сначала, интересно, перепрыгнули. Наверное, навряд ли. Аккуратненько. Потихонечку. Сейчас утро наступит, они все вот эти, которые горящие, там летающие, они все смоются. И в нем просто не должно. Даже здесь камни почему-то. Они там друг с другом дерутся, что ли? Так. Даже не знаю, там, блядь, сейчас. Меня встретить, наверное. Давай, слетай уже. Псины там бегают. Они не бегают, они как будто вообще телепортируются. Вон, с места на место. Собака, медведь, блядь. Вся шараш-контора. Может, медведь их бить начнет, нет? Так, они что-то там начали на дом нам на наш нападать. Ну сейчас уже все, светает. Можно уже спускаться. Сейчас они все успокоятся. Ну. Все. Такой звук прозвенел. Прозвучал. Можно уже спускаться спокойно. И нихуя нельзя. Один медведь только умный, блядь. Да сколько тебе пить надо, блядь.
Давай, иди сюда. Так, он медведя, что там можно было забрать? Мясо, да? А, его резать надо. Ладно, сейчас сначала вещи скинем, он никуда не денется. Надо еще этих придурков там где-то перебить. Так, ты чем цены есть? Нет. Тебя? Нет. Нифига вас там сколько, блядь. Ай, не все сразу, блядь. Сдохните, ёпта. Блять, тварь. Блять, еще кто-то. Чего ж ты, блядь? Так, где мои бинты, блядь? А, вроде перебил. Это за ночь только набежал, охренеть. Что, блядь, дергается он? Че, живая что, блядь? Нет. Тут надо ломать, там может быть. Этот, блядь. Еще идет. Так, надо пойти и выгрузить. Так, 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 так. Все, что ли, места нет уже? Ошибись. Тебе, значит, по максимуму ищем самое ценное. Так, я отмечал, нет, потому что я здесь был. Нет, надо отметить. Сейф. Рестик. Во. Все. Сейчас этих же зомбаков обшмонаем. Что у них вообще есть? Вот. А, тут они уже все. Поздно.
Там если некоторое время если не шмонать, то они вон превращаются в такую груду мяса. Так, поехали. Нифига, прикол. Ха. Стеклянный все. Так, ну мне это стекло нахер не нужно. Я его выкину. Так, давай смотрим, что тут можно утащить. Здесь по-любому должны быть сейфы. Так, блядь, все синькое. Ну давай возьмем. Если что, потом выкинем. Что-то прям такую цену что-то найдем. Блатной туалет. Так, чертеж на аптечку. Ну да, изучим, хотя мы его знаем. Ну, можно их складывать там потом, если кто-то у вас друг будет играть, например, вы можете ему отдать эти чертежи, чтобы он сразу их изучил, сразу знал. Так сразу поднатаскать его знаниями. Но мне это не надо, поэтому я все сам читаю. Может что-то будет, может там более как-то дешевле или быстрее будет строить, не знаю. Опаньки. Смотрите, прям какое-то хранилище целое. Внизу сейф запалил я. Еще один сейф. Еще один сейф. Главное, чтобы не хватило кирки, она у меня вон что-то ломается уже. Так, что это такое? Hunting rifle. Это я возьму, это я читаю. Так, давай, оп. Бля, тут этих сейфов. Так, что за книга? Ай, блядь. Прям все напичкано этими сейфами. Бля, такое вообще прям, как будто он у меня за спиной там ходит. А, у этих что есть? Монеточки. Отлично. Здесь открытый уже, да? Так. Приклад. Синька берем. Ебать, 8000. А, у меня есть эти, может я могу починить этими? А, нет у меня такого материала, да? Бля, хреново. А сколько мне этой кирки еще хватит-то? Охренеть. Охренеть.
посмотрим, насколько хватит. А у меня уже засломался, очень слабо бьет. Тут этих чертежей. Это золотая жила. Так, мне надо смотреть, что я могу там скинуть. Чертежи не буду разбирать, может там кто-нибудь потом будет со мной играть. Чертежи я ему отдам, кстати. Да. Так. А что здесь второй этаж, что-нибудь есть? Не, навряд ли здесь второй этаж есть. Ты что за нахрен застрял? Ладно. Да. Это я беру. Это. Давай, давай, дальше скрывать. А, очень долго, блин. Да, она уже вся сломана. Так, шляпа. Да, тут чертежей, конечно, прям. Да, вот этот лук можно выкинуть. Так. Так, что тут? Ну, ладно. А, не, кепку, не, не выки... А, не выкидываем. Хотя, хрен мне. Да. Да, здесь ничего такого, здесь тоже. Здесь тоже. А, дальше пошли. Следующий, так сказать, ряд. На всех хватит, нет, не доломать. И можно кирку эту выкинуть, в принципе. Ай, блядь. Жди, нахер. Так.
Что это такое? Хантинг рифа. На ракетницу чертеж, да? Там даже такая, да, есть. Зеленку ее брать не надо. Так, это сюда скинем. Это. Так. Это поменяем на. Это. На вот это. Опа. Так, а это мы меняем на. А чё мы меняем? Вот это. Вот тут эту ещё можно забрать, куртку надо забрать. Такое. Что это? Так, оп. Так, что нам скинуть-то можно здесь? Или добавить? Вот я сейчас эту куртку заберу тогда. Бля, вот это по идее хрень, вот она одна, только вот это одна, только штука от нее толку. Этот барабан, он зеленка нафиг мне не нужна. Вот это тоже все по одному. Ах, мне она по одному будет нужна. Правильно. Лучше вот эти доберем. Вот эту заберем. Блять, побежал. Все скинул, а ничего не подобрал. Ой, ничего не скинул в мопед. Мопед свой. Куда ты сел, блядь? Так, вот это. Ну и все. А, ну а что тут, я все забрал же. Вот эту футболку заберем синенькую, и все. Оп-оп. Там такой старый дом какой-то интересный. Блядь. Это потом полутаем, наверное. Я так думаю, блять. Сейчас заберем этот груз, там какой-то он выпал. Да, вот он как раз там.
Где-то. Блять, насколько карта теперь простирается? А, о, все что ли? Ну да. Карта не бесконечная, оказывается, да? Ну, сейчас доедем ради интереса. Чисто проверить. Блять, не нахер. А, все, тут вон. Да, радиация типа. Нас не пускает дальше. Ну, а я думал, бесконечно это самогенерируем, оказывается, нет. Ну, жалко, конечно. Так, надо спальник забрать и надо бензу заправить в мопед. Так. Надеюсь. А, мы же на заводе его оставили. Спальник. Да. Вот он здесь. Так, а я забрать же хотел. Блять, вечно забываю, вечно сажусь одному. Да, блин. Так, на 35%, да? Ну нормально, поехали. Так, вернемся на базу, скинем все. Я же потом думаю, без записи поиграю, там за песком там съездию. Мне нужны ресурсы просто добыть. Это просто нудное дело, не буду записывать. Ресурсы я понабираю там. Чуть-чуть там покопаю на базе. Расширять. То что-то я базу забрать, надо базу тоже продолжать делать. Блять. Так, вот еще один попутный, там какой-то парашютик есть. Сейчас еще его мы тоже соберем. Соберем, заберем. Убить медведя у меня показано. Какой-то медведь там странный стал. Вообще не реагирует. А где наш флажочек? Я его нихера не вижу. А, вот он за парашютом просто. На карте не видно из-за этого. Ну, надеюсь, этот сундук не исчезнет еще там. В будущей серии все-таки мы сюда попробуем переехать. Скопать, найти, поискать.
Ладно, ну, по идее, он под землей зарыт, наверное, там. Потому что туда подъехал, там ничего не было показано. Ну, как раз я домой, он жрать уже захотел. Вроде успею, 10%. Должен успеть доехать. Отожраться. У меня еще мопед не полностью прокачанный. Там, чем у него детали... Ну, вообще, у оружки, у вещей, у мопеда, в общем, у всего, что детали, вот, фиолетовый эпик, тем они прочнее. У мопеда, например, они прочнее, быстрее мопед будет ездить, если он все, весь из эпика стоит по максимуму. Шмотки прочнее, дольше ломаются, оружие тоже, вот эти инструменты дольше ломаются, износостойкость у них идет. И больше бьют, например, больше урона носят по камню, там, когда копаешь, так, по земле, вот это все, идет. Так, уже опять ночь скоро, да? Вот здесь мне нравится, мне такая зеленая травка прям сделали. Четко раньше такой не было графики. Чуть-чуть улучшили. Кстати, еще скоро выходит, вот она буквально на этой неделе должна выйти, ARK Survival. Не знаю как, но вот получится ее взять, тоже попробую позаписывать, поиграть. Там уже тоже выживаем, но там уже что-то там про динозавров. На ПК она уже давно вышла. Вроде такая популярная, потому что игрушка стала. Тоже там то ли кооператив, то ли мультиплеер, если очень знаю. Там можно динозавров приручать. Что-то такое. Точнее не знаю. Она в раннем доступе появится в декабре. На PlayStation 4 будет стоить там 55 долларов, что где-то так. Это 3 с лишним рубля получается. А весной уже там как бы официально выходит. Не бетка. Ну, на Xbox и на ПК она уже там давно уже сначала на ПК, потом на Xbox она вышла. Потом на PS4. Ну, еще одну выживалку обещали. Эту как ее. Не помню, как она называлась. Соневская-то. Бля, как она называлась-то? Там тоже зомбаки. А, H1Z1 вроде что-то такое. Как так называлось? Тоже обещали еще в прошлом году. Что-то нихера она не вышла на PS4. На ПК она вышла в раннем доступе, на PS4 нихера. Потом еще и разделили там на две части эту игру. Там где чисто как арена. Типа голодных игр и как выживалка. И то опять нихера ничего не вышло. Не знаю, когда выйдет вообще на PS4. Хотя это вроде бы соневская разработка. Компания Sony этой игрой занимается. Я как-то понял. Там машины, на машинах можно ездить. У них прежде чем она там вот что-то чинить, что-то такое. Да, желательно бы побольше таких вот выживалок на PS4. На ПК их дофига, вот на PS4 бы тоже, например, не знаю, DZ, либо можно было еще. Так, что-то я уехал вообще. Так, футболочка, извини. Что-то я проехал свою базу. Не знаю, интересно, в обновлении там будут вообще поднимать шмотки выше эпика, например, там какие-нибудь легендарные, такие золотые цвета. Более прочные, более мощные. Хотя и так они, по крайней мере, инструменты и так уже сильно с одного удара сносят камни вот эти все. Добывается легко. Не знаю. Посмотрим, поглядим. Надеюсь, также будет поддерживать игру. Не забросит. Так, все, 4%. Как раз я вовремя. Так, давай сразу пожрешь, ты, а то сдохнешь еще. Так, кушай, кушай.
Так, отлично. Так, а куда банки надевать здесь? А, понятно куда. Так, надо сейчас все раскидать еще по местам все. Так, давай начнем с оружия. Что у меня тут есть? Так, то ладно. Детальки. А, нет, это чертеж, это не деталь. Так, деталь, вот она, вот эта деталь. Деталь, деталь. Все. По оружию. Раз. Деталь, наверное, пока сюда буду скидывать. Потом, наверное, для него отдельно сделать, скорее всего. Чертежи пока пускай все здесь я буду. Потом для них один какой-нибудь сундук сделаю где-нибудь. Установлю. Так, еще надо спальню поставить обратно. Не забыть. Потом хрен знает, где я появлюсь. Так, шмоточка. Вот еще одна у нас плюс. Антирадиация это. Так, ну я думал, что там за радиацию можно зайти там в каком-то костюме специальном. Оказывается, там конец карты, толку туда. Но все равно на громадной карте я уже сколько играю, сколько серий, нихера еще толком ничего не исследовал. А, банки исчезли. Так, такое ощущение, что-то я забыл. Да. Спальник забыл. Так, как там было? А, вот так, да, все правильно. Вот. Блять, что, ночь наступила? Это я сейчас все заберу. Бля. Чуть-чуть не хватило. Давай, 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 давай. Так, дальше чертежи. Дробовик. Детальки сюда. Так. Так, так, так. Что тут у меня вещи? Вот сюда. Это сюда. Так. Патроны. Что-то у меня была, вот бумага у меня была. Да. Еще одна шмотка вот есть у меня. Так, деталька. А, чертеж. Ключа. Вот. А потом вот это я все поскидываю. Где? Клей. Ой, это. Вот. Это другое место. Так, еще один чертеж, да? Так. Это сюда. Так, ножик пока здесь. Так, еще кофе закинуть надо, да?
Да, вот кофе. Это. В принципе, тут все. Осталось там еще две шмотки забрать с мопеда. И все у нас. Так, вот он, да. Все, закрываемся. Закрываемся. Здесь тоже. Тоже. Ну что ж, ребята, на этом я видео закончу. Продолжим играть в следующей серии. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения. Всем пока. Так, сюда. Как-то так.